Всем привет! Это вечерняя прогулка нашей бригады. Вот, всех покажу. Это Петя. Петя, да. Это Яша. Это Сека. Сека, покажись. Сека. Это ее дочь Ундина, самая младшенькая. Уна! Вот она, Уна. Ну, это Мишель, как же без нее, да, Мишель. Азамат. Вот такой у нас еще большой конь есть, Азамат. Азамат! Матильда, покажи морду. Мать, Азамат, стой. Да не бойся ты, покажи, вот такой. Такой серьезный сэр. Иди гуляй. Это Суня. Суня. Суня, небритая морда, да, небритая морда. А он Туся, который детки, который старший. Туся. Туся, скажи, я занята. У меня дела. Тусея. Туськи. Тусик. Немножко потрепанный вид, как и положено любой маме. Вот, бегаем. Гуляем. Что-то четкость плохо ловит. Вот. Наши закадычные друзья. Азамат да Яша. Иди бегать. Азамат, иди гуляй. Яша, иди гуляй. Я наш там Мишель по грядкам ходит. Вот они. Три расхитителя. Не топчите чеснок. Балбесы мои. Ну, еще двух мамочек не хватает, которые дома у нас с детками сидят. Ветром надуло всякий мусор. Вот так вот. Вместе выглядит 10 собак. Ну, минус 2, что дома? 8. Нас их всего 10. 10 собак, 2 кота у нас живет. Ну и 24 курицы. Как про них не забыть. Азамат, Яша, куда пошли? Яша, Азамат! А иди сюда! Мишка! Вот вертолет. Миша, вертолет. Что-то сегодня никто бегать не хочет с Мишей. С Мишей никто не бегает, она одна прыгает, как дурочка. Яша, иди поиграй с Мишей. Как на выпасе. Вот чё. Дай Петька. Петька пострижен. У нас вообще, сейчас скажи, так-то длинная. В пол раньше была. Ну, как выставляться перестали, скажи. Мне вот пенсионерскую, так сказать, стрижку сделали. Теперь я обалдею. Дай Петя. Петя. Ой, Яша, без тебя-то никак. Яша у нас полудурочный. Носится. Неугомонный. Азамат, ты с Яшей не будешь играть? Азамат! Вот они поругались, что ли, и играют.
Ты что там? Матильда кусочек. Яша. Ой, пошли поиграли. Сейчас домой пойдете. Домой пойдете. Спасибо всем, кто заглянул к нам на огонек, погулял вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приходите еще. До свидания.